Сара и Стефан Мальме на чемпионате Европы завоевали серебряную медаль. Стефан Бернади стали первыми парниками в истории французского фигурного катания, которые завоевали медаль чемпионата мира. Это была бронзовая медаль, и выиграли они ее в далеком 2000 году. Ну, хотя далеком, конечно, относительно, особенно если учесть, что вместе они выступают уже долгих 10 лет, то, может быть, эта медаль была и недавно. Очень опытный дуэт. Долгое время работали с русским тренером Станиславом. Редко, чтобы партнеры и партнерша все элементы исполняли в правую сторону.